Здравствуйте, уважаемые любители Павлонии, те, кто работает, кто будет еще работать. Обзор вчерашней посадки Павлонии в грунт. Сегодня у нас 14 мая. Вчера было обнаружено, что у соседа почка проснулась. У двухлетки третий год пошел. Поэтому считаю, что можно в Белгородской области, ну, во всяком случае, в Белгородском районе уже высаживать в грунт сегодняшнего дня. Уверенно, если не пойдет град, снег. Ну, температуру обещает 19 днем, 9 ночью. Сейчас утро 7:30 по Москве. Солнечный день, 13 градусов. И мы смотрим состояние саженцев. Саженцы в отличном, хорошем состоянии. Вчера после обеда высадил. Всем рекомендую высаживать после 3 часов и поливать. Вот в таком состоянии они проснулись и встретили уже солнышко. Поэтому сейчас буду делать полив утренний. У нас сильно очень все сохнет в этом году. Сейчас ветер, потому что и вынужден поливать утром, в обед и вечером. Капельный полив вначале, будем продолжать дальше. Ну вот, это первая сотня, пошла вторая сотня. Четыре сорта павлонии. Войлочная, Z07, FTE 9503 и еще что-то 9501 есть. Поэтому вот такая ситуация. То есть если плюс 10 ночью, и естественно лучше поливать теплой водой. Ну, потепление теплое, это значит 10 до 15 хотя бы. Вот. Если ночью устанавливается плюс 10 и выше, если вдруг павлония в вашем регионе проснулась, можно высаживать саженцы. Спасибо за внимание. Будем работать. До свидания.